Магазин «Арт-рыба» возобновил свою работу по адресу улица Кирова, 85. Для вас свежемороженая рыба, охлажденная, горячего и холодного копчения, слабосоленого и пряного посола, вяленая рыба в вакууме и рыбная консервация в ассортименте. Улица Кирова, 85. «Арт-рыба» – море рыбы и океан вкуса. В течение какого времени действительно свидетельство об окончании курсов на получение права управления транспортным средством категории «Б»? У свидетельства об окончании курсов на получение права на управление транспортным средством нет срока давности. Если даже вы получили это свидетельство в, предположим, в январе 2019 года, вы можете прийти сдать на права в любое время теперь, в 2020 году. Для этого вам необходимо сдать теоретический и практический экзамен. Вам можно... Чтобы сдать экзамены, можно записаться в любую группу, в любой автошколе и вместе с ними сдать эти экзамены. Также кандидат-водители, не сдавший один из экзаменов, теоретический или практический, к следующему экзамену не допускаться. Повторный экзамен назначается не ранее, чем через 7 дней со дня проведения предыдущего. Для кандидатов-водителей, не сдавших один из экзаменов с третьей или последующих попыток, повторный экзамен назначается не ранее, чем через 30 дней. Кандидат же водитель, сдавший теоретический экзамен, допускается к сдаче практических экзаменов в течение последующих 6 месяцев. В магазине «Светофор» поступление сезонных товаров, грунт, укрывной материал, ящики для рассады, газонные бордюры, а также всегда для вас продукты питания, бытовая химия, кондитерские изделия, колбасы, мясные деликатесы и многое другое по отличным ценам. Магазин «Светофор», улица Транспортная, 4.